Около часа назад наш источник из шоу-бизнеса сообщил нам о печальном известии. Я надеюсь, многие из нас до сих пор помнят, любят и знают российскую актрису и певицу Ольгу Кабо. Сегодня с ней случилась большая трагедия. На данный момент Ольга находится в одной из больниц города в тяжелом состоянии. В больнице уже находятся ее родственники. Все наблюдают за этой трагедией. Нам никто ничего не хотел толком рассказать, что же все-таки случилось с Ольгой. Друзья и знакомые ссылались на то, что якобы ничего об этом не знают. Но в скором времени одна из подруг Ольги все-таки рассказала нам всю правду. Оказывается, подруга Ольги нашла ее дома в бессознательном состоянии на полу в коридоре, когда решила зайти к ней в гости. Она же и вызвала скорую помощь, на которой Ольгу доставили в больницу. Сейчас она находится в больнице. Мы продолжаем следить за развитием событий и будем надеяться, что с Ольгой все будет хорошо и наши медики окажут ей медицинскую помощь. Давайте, друзья, поддержим Ольгу. Пусть она выздоравливает и пусть у нее все будет хорошо. Чуть позже мы свяжемся с медиками. Хотелось бы взять небольшое интервью по поводу того, что же все-таки случилось с Ольгой. Подписывайтесь на наш канал и будьте всегда с нами на нашем YouTube-канале.